Они осматривают свою благоустроенную квартиру, и радости ребят нет предела. Хорошая отделка, потолки, двери, сантехника, окна – все новое и в исправности. Для каждого человека переезд в новую квартиру – знаменательное событие. Особенно это значимо для тех, кому сегодня вручают ключи. Для детей-сирот, которые не могут рассчитывать на помощь родных, это возможность начать новую жизнь и обустроить нормальный быт, а для кого-то возможность создать полноценную семью, которой они были обделены. Свое жилье – это прекрасный старт в самостоятельной жизни. Новоселов поздравил глава городского округа Воскресенск Артур Болотников. Я, конечно, поздравляю вас с этим замечательным днем. Пусть он останется в вашей памяти. Продолжайте получать образование, создавайте свои семьи. И после получения образования работайте в нашем любимом Воскресенском крае. Я думаю, что работа у нас всегда найдется, хорошая. У нас много новых предприятий открывается. Я думаю, что вы себя найдете свое применение. Поэтому поздравляю вас с этим. Желаю вам, конечно, создать, еще раз говорю, семью, мира, добра. Ну и в добрый путь. Согласно закону, на собственную квартиру имеют право дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В этом году в нашем городском округе такое жилье получили 19 человек. В их числе и Ульяна Губина, которая сейчас учится в Воскресенском колледже. Мне очень нравится такой подарок под Новый год, потому что это очень неожиданно. Зато буду жить уже в новом году в своей квартире. Здесь мечта. Построить свою большую и дружную семью. Благоустроенные квартиры с ремонтом и отделкой ребята получили в разных концах округа, на Восфоритном и в деревне Косяково. Но это и не так важно где. Главное, что программа «Жилище» в Воскресенске работает как часы. И пока ребята будут отмечать сразу два праздника – новоселье и Новый год, в администрации уже формируются списки для получения квартир на следующий год. Руслан Полянин, Дмитрий Волнов, новости из Кровект.